Сегодня утром на Гремячевском железнодорожном переезде произошло ДТП. КАМАЗ проехал на запрещающий сигнал семафора, что повлекло за собой столкновение с тепловозом, перевозившим авиационное топливо. Подробности узнавала наша съемочная группа. По предварительным данным, виновником аварии является водитель КАМАЗа. Машинист тепловоза подавал сигнал грузоперевозчику и предпринял экстренное торможение. Однако водитель КАМАЗа избежать столкновения не успел. В результате ДТП один из вагонов сошел с рельс, впоследствии чего опрокинулся, вылилось около 200 литров авиационного керосина. Оперативные службы на происшествие отреагировали сразу же. Пострадавшего 50-летнего водителя КАМАЗа госпитализировали в БСМП, а движение перекрыли из-за возможного возгорания топлива. Площадь загрязнения грунта не более 7 квадратных метров. Буквально только что наша съемочная группа вернулась с места аварии. Работы там продолжаются. Однако к 18 часам удалось полностью восстановить движение на переезде и прилегающей дороге.